Всем огромный привет, добро пожаловать на мой канал. Сегодня у меня будет, как вы уже поняли из названия, распаковка огромной посылки с сайта Grand Stock. Этот интернет-магазин очень хорош тем, что, во-первых, у него нет минимальной суммы заказа, а также можно делать заказ и оплатить при получении, то есть наложенным платежом, а также при заказе от 7000 рублей бесплатная доставка. Также этот интернет-магазин имеет собственное производство, и у него огромное количество позиций, которые идут со скидками, то есть там приобретать очень-очень-очень выгодно. Ну, а мне в этот раз пришла вот такая огромнейшая коробка, девочки. Здесь у меня товары для дома, а также для моих мужчин. Сейчас я вам все покажу, разложу. Буду называть сразу же цены. Вот такая вот у меня огромная коробочка. Я сейчас все это разложу и вам покажу. Также хочу сказать, что я вам внизу в инфобоксе оставлю промокод со скидкой 5% на ваш заказ. Обязательно воспользуйтесь. Так, давайте я начну с того, что я заказала своим мужчинам. Значит, я все распаковала специально, чтобы не шуршать вам пакетами. Значит, своему свекру я заказала вот такие тапочки. У него 41 размер. Это тапочки у нас идут темно-серые, 100% овечья шерсть. Девочки, вот они такие мягенькие, такие классные. Я прям себе такие хочу, честное слово. Вы знаете, я фанат вообще тапочек, в том числе теплых тапочек. Ну, может быть, потому что часто стала болеть. Поэтому, я имею в виду простужаться, да, поэтому для меня это очень актуально. Значит, эти тапочки 377 рублей, у меня у свекра 41 размер, повторюсь, но вот я вижу, мне кажется, идут размер в размер, то есть я засунула свою ногу, мне они, конечно, великоваты, вот, так что отдам свекру, надеюсь, ему понравится, он либо заберет себе, либо оставит здесь и будет носить, когда приезжает, будет к нам, посмотрим. Вот такая идет подошва, мне кажется, должны достаточно долго прослужить. Я надеюсь, ему очень сильно понравится. Своему мужу я взяла вот такие тапочки. Он у меня не любит подобного плана тапки, ну, такие, я имею в виду, войлочные. Поэтому я взяла ему вот такие, это вообще идут как антибактериальные. Вот, антимикробные тапочки, размер 43-45, у меня уже 44 размер, я думаю, что ему вот будет как раз самое оно, и стоили они 329 рублей. Вот такие вот они идут, обработаны специальным противогрибковым препаратом, видите, я взяла специально зеленый цвет. Ну, потому что у меня муж, кстати, любит, последнее время любит зеленый цвет, отдает ему предпочтение. Вот ему как раз после душика одеть вот такие комфортные тапочки. Надеюсь, ему понравится. Вообще, он у меня уходит обычных таких резиновых по дому, но, надеюсь, вот эти тоже ему подойдут и понравятся. Ну, я думаю, что подойдут. Я так к его кроссовкам приложила, и я думаю, что как раз на 44 размер будет просто потрясающим. Так, а своему старшему сыночку, он у меня что-то за зиму вытянулся, подрос, очень много ему мало вещей именно по длине, поэтому я ему заказала вот такую футболку, очень классная футболочка, девочки. Вот такая футболка подростковая, я брала именно на ростовку, ориентировалась на это, вот такая синенькая для дома ходить, и вот такие замечательные брючки, которые идут с кармашками. Значит, давайте сразу цены. Футболка стоила 358 рублей для домашней одежды, это просто супер, тем более для моих мальчишек, и брюки стоили 620 рублей. Брючки идут вот такие серые, как вы видите сейчас на камеру. Здесь идет, ну, вот такая как-то не резиночка, да, а манжет. Затягиваются на талии, что очень хорошо. Вот. И, но они такие не сильно широкие. Я думаю, будет просто отлично моему сыночку. Такие серые и вот такую вот синенькую футболочку. Тоже очень понравилось. Вот, очень хорошего качества. Шовчики все ровные. Я думаю, что будет просто отлично. Тем более скоро лето, и как раз бегать во дворе будет ему самое то. И своему младшему сыночку я взяла вот такую ветровку детскую. Вот такой размер.
Видите, брала тоже по росту. Вкладка у нее идет 100% хлопок. Это действительно так. Вот такая вот очень-очень симпатичная. Девочки, тоже на лето. Здесь просто идет вот такая вот хлопковая подкладочка. И поверх вот эта плащевка идет. Значит, на молнии есть кармашки такие достаточно глубокие, кстати, кармашки. Тоже фурнитура, ну, мне все очень понравилось. То есть качество куртки, я ее, конечно же, постираю, отглажу еще. И вот бегать моему младшему сыночку вообще для нас, для питерской погоды, ветровка, это очень актуально, она должна быть всегда. И мне очень понравилось, что здесь, девочки, посмотрите, какой идет капюшон. То есть вот такой вырез как бы с козыречком. Когда будет идти дождь, то, получается, не будет попадать на личико ребенка. Мне это очень сильно понравилось. И качественная вот эта вот сама вот эта плащевка. Так что, ну, мы, конечно, в дождь не гуляем, но бывает такое, что вышли, и я беру там куда-то прогуляться, я беру обычно мальчикам вот что-то такое, потому что погода у нас крайне переменчивая. Ветровка стоила 1250 рублей. Вот такая вот. Но мне очень понравилось качество, я прямо довольна. Все хорошо прошито, замечательно. Немножечко, мне кажется, будет сейчас великовато, но к лету будет самое оно, зато он меня проносит все лето. У старшего у меня есть ветровка, я ему покупала, а вот младшему, та, которая была, уже, к сожалению, мала. Вы же знаете, что я готовлюсь к лету уже, уже даже не к весне, а к лету. И также к теме летних прогулок. Когда я иду с мальчиками, естественно, я всегда с собой что-то беру. Это салфетки, какая-нибудь футболка, носки, еще что-то, потому что у меня все-таки мальчики. И для этих целей я взяла себе вот такой рюкзачок. Он из льна. Мне это очень понравилось. Там, по-моему, есть еще расцветка в черном или темно-синем цвете. Но я взяла, так как я брала на лето, я взяла, конечно же, светленький такой. Вот видите, материал лен. И вот стоимость этого рюкзачка 881 рубль. Очень классный, мне он очень понравился. Значит, идет он здесь на вот такую вот, ну, мне кажется, потрясающую кнопочку. Внутри идет вот такая подкладка. Я тоже его отпарю, отглажу. Никаких кармашков нет, но для меня это на самом деле плюс. Еще его можно использовать как вот за какими-то покупками, потому что он достаточно такой, знаете, то есть его можно вот так свернуть и взять с собой. Тоже для каких-то путешествий, мне кажется, тоже отличный вариант. Здесь идут вот такие, как сказать, да, вот такие штучки, чтобы не натирали плечи. И также он регулируется здесь по длине. Очень, мне очень он понравился. Еще на сайте я его присмотрела. Поэтому я его себе с огромным удовольствием взяла. И на лето это для меня будет просто, просто потрясающий вариант. И он очень, кстати, симпатично смотрится. Также я себе взяла, девочки, посмотрите, какую прелесть, просто прелесть. Вот такие вот потрясающие, мягчайшие, просто супер тапочки. У них идет вот такая подошва, я взяла размер 40, потому что я люблю еще с носком. Но они мне немножечко так, еще брала такой размер, почему? Потому что думала, что вот из-за этого меха обычно, ну, маломерит немножко. Но сейчас одела, вот мне самое то. То есть, если хотите такие тапочки, единственное, что он может потом смяться немножко, да, ну, я буду одевать с носком, я любитель такого, чтобы ножки у меня были в тепле. И здесь вот идет вот такая вот меховушечка классная, мне очень сильно нравится вообще. Я прям просто, вот она вот так нашита, видите, и идут вот такие вот махнушечки классные, просто потрясающие. И тоже внутри вот так сделано. Значит, давайте сразу покажу по составу вам. Тапки женские, цвет бежевый, искусственный мех. Вот такие они. То есть здесь бежевая, а вот здесь вот идут коричневые. Но это хорошо, что не кипельно-белые, потому что белые у меня, конечно же, долго не живут. Вот. И эти тапочки стоили 539 рублей. Вот такие вот мохнашечки у меня теперь будут. Буду
щеголять в них дома. Так, и еще взяла для кухни. Во-первых, вот такие вот прихваточки. Одну вот такую квадратную и две вот такие небольшие. Очень удобно за ручки кастрюли. Вот такие маленькие у меня как-то были. Ну и плюс по цвету они мне потрясающе подойдут. А вот эти две кухонные прихватки стоили по 27 рублей. Мне кажется, цена просто огонь. И вот эта, она уже такая поплотнее. Вот эта прихваточка. Стоило у нас 48 рублей. Вот 20 на 20 размер, но это такая более каплевидная, скажем так. Очень тоже понравилось качество. Ну, вы видите, да, что строчечки тоже ровненькие, все ровненько прошито. Так что небольшое обновление у меня на кухню. И также для кухни, для стульев, которые у нас около обеденного стола, у нас стоят два стула, я взяла вот такие вот подушечки. Также такие же подушечки мы любим использовать летом на улице, да, на какую-то скамеечку положить, тоже будет классно. Они мне понравились очень-очень-очень, знаете, чем? Тем, что вот здесь вот, вот видите, такие маленькие пупырышки, как на носочках, знаете, антискользящие такие. Это очень здорово. Ну и плюс, соответственно, здесь есть также завязочки, да, которым можно будет завязать. Но они такие, на мой взгляд, достаточно милые. По расцветке очень подойдут под мой интерьер. Взяла две штучки. И каждая такая подушечка стоила 348,5 рублей. Вот. Мне кажется, что очень классная цена. Я хочу тоже вот отпарить вот это кружево, чтобы оно такое было. У меня как раз скатерть, которая лежит на столе, она тоже по краям имеет вот очень схожее кружево, поэтому, мне кажется, будет просто классно. Я хочу вот это отпарить, чтобы немножечко вот так вот разровнялось. Понятное дело, что в упаковке оно сейчас помялось. И положу, будет просто-просто супер. Мне очень нравится и расцветка. Я люблю вообще, кстати, вот такой стиль. Ну и подобрала под свой интерьер, скажем так. Так что вот такой вот у меня получился заказ. Мне все очень сильно понравилось. И моим мальчикам тоже. Так что будем носить и пользоваться с огромным удовольствием. Не забывайте, что все ссылочки я вам оставила внизу в инфобоксе. А также напоминаю про промокод со скидкой, который тоже вас ждет внизу в инфобоксе. Ну а я на сегодня буду с вами прощаться. Не забывайте подписываться на мой канал. Ставьте пальчики вверх, мне это очень приятно. Всех люблю, целую и до новых встреч.